Особое внимание правительство Тверской области уделяет оказанию экстренной медицинской помощи пациентам в условиях трудной доступности. С начала года вертолетами санавиации совершено 103 вылета. Эвакуировано 122 пациента, в том числе 18 детей. Наша съемочная группа побывала в пресс-туре и узнала о взаимодействии санавиации с областной клинической больницей. Для нужд санитарной авиации используются вертолеты Ми-8 с медицинским модулем. При вылете формируется бригада в составе врач-анестезиолог, реаниматолог и фельдшер. При необходимости врачи других специальностей. Вертолет оснащен всем необходимым медицинским оборудованием для оказания быстрой помощи пациенту. Экипаж и медбригада ведут круглосуточное дежурство. Их главная задача в течение 30 минут быть готовыми к вылету. Как правило, большой процент пациентов оказывается с острыми сердечными заболеваниями. За последние полгода из 100 вылетов у нас 41 вылет на пациентов с острой коронарной патологией. Достаточно часто этих пациентов при помощи авиамедицинской эвакуации удается более эффективно лечить. Мы сокращаем время доставки пациентов в стационар до оказания ему высокотехнологичной медицинской помощи на базе областной клинической больницы. На базе Тверской областной клинической больницы с 2017 года открыт дистанционный консультативный кардиологический центр. В нем принимаются решения по перевозке пациентов с острыми сердечными заболеваниями. Фельдшер или врач скорой помощи могут уточнить и подтвердить диагноз пациента, что позволяет принять оптимальное решение. Пациенту уже через 10 минут после первичного осмотра можно ввести препарат, который может растворить тромб и таким образом предотвратить развитие инфаркта. Для принятия большего количества пациентов с острой сердечно-сосудистой патологией в областной клинической больнице планируется увеличение количества мест, а также закупка нового оборудования. В дальнейшем увеличиваем количество коек кардиологических, чтобы принимать не только с Тверской области. Закупается новое оборудование, в этом году новый ангиограф будет установлен. Уже закупка произведена, просто установить его. И увеличим количество вот этих коечных мест. Всего по федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Тверскому региону выделено свыше 162,5 миллионов рублей.